Времени осталось полтора часа здесь мучиться. Поэтому, если хотите максимальный лут, погнали на Калгарона. Нет, мы погоним туда, куда мы сейчас погоним, на собрание. Два часа РТ до... Примерно 19:30 мы закончим. Я писал там всем на сборе. Портуемся, бежим к собранию. Сейчас, я надеюсь, Мишка не зависнет. С пула никто не сдохнет. С пула бьет сначала танк и на пулы. Еще раз повторяю, для Вара, там, который сдох, для ДКшников, который первую тычку ловит. Вам не нужен танк. Я сдох на пуле. Смотрите осторожно с этим. Бить начинайте тогда, когда... Скачайте себе Оман и смотрите. Бить начинайте тогда, когда у агро есть у танка. Подбегаем, сейчас бафаемся и начнем. ДПСа в этом рейде хватает. Ну, на хрен вообще легко. Синие лужи и с тем, что хан. У нас 4 на пула. Че, 4 на пула не могут выдать сразу? Есть рыбка. Рыбка. Я не знаю, может быть, у меня одного такого после обновления вот этой всей этой хиромантии, у меня просто бывает на секунду на две окно подвисает. У меня тоже. У меня именно при запуске босса, да, после обновления. А, есть, да, такое? Потому что я не знаю, я вроде бы и ком-то у меня мощно, блядь, но просто у меня окно встает на секунду на две, и вот хрен что-то сделаешь. Да, Лех, это при этом, это хуйня такая, секундная задержка, нахуй, при запуске босса, блядь, у тебя хуяк виснет. И потом, блядь, сразу. Вообще после обновления на Олу невозможно считать, ходить толпу именно. Я на БГ пошел, вообще обосрался там, блядь. Просто простоял, блядь, в зависении. Вот-вот-вот, да-да-да. Что-то они напортачили, походу, наделали. Очень счастливо, но у нас сейчас не БГ, давайте. Не, ну, я просто объяснил, в чем причина, почему я завис. Не, Леха, это такая хуйня много. У меня тоже такая. Так, все отпили ману, все то же самое по танкам. Даю проверку и начинаю. С пула не сдыхайте. Что, можно? Так, Дэн и Рокки. Рокки. Готов? Вар. Вар готов. Танки на счет 3 начинаем. Раз, два, три. Сорвал. Выводи из лужи, маразм. Большого выводи. Лужу. Все РДД. Все РДД. Вот маги забирают щит. Нахуево. Дайте на пулу еще больше. Перегревают. Готовьтесь. Ребятки. Маленький будет кастовать перегрузку. Сейчас будет лужа синяя вторая. Ага. Пиздите щит, лужа выводи. И маленький будет кастовать перегрузку. Нужно от маленького моба отбежать на 30 метров. Готовьтесь. Бейте прямо в лужу. Кто там, ДДшники, вы в лужу забегайте. Надо здесь стоять. Рокки. Быстрее, по-маленькому. Может, до перегрузки убьем. Сильнее, сильнее по нему. Для тех, кто не понял, синяя лужа бафает. Все, готовьтесь. На рейндж распределяйтесь. Визуально, когда босс вот этот средний будет кастовать синюю лужу, сразу вставайте на рейндж. Рэлла, можно еще один вопрос? Конечно, во время пула не хотелось бы. По-моему, один из этих чуваков кидал какую-то штуку самого дальнего. Это похуй. Нет, это нормально. Тут сейчас главное... Сейчас руническую руну мощь, все, да, разбегайтесь. Дал массакру, на рейндж вставайте. Синяя под большим. Во, вот это он кидал. Сам он... Вон, под... это просто он под синий был, поэтому он убил.
Вставайте в синюю лужу. Уводи, уводи его отсюда. Убейте среднего. Вот, РДшники, РДшники, прям в луже бейте, вот. Я уже подвожу его специально, ребят. У вас там дамаг тапается. Руна мощи и потом разбегаться. Да, я вспомню. Давайте, пока не бежали. А это вообще не планово было. Не, надо обычку делать. Как я тебе говорю, тут вообще жесть. В зеленую заходите и стопайте хил. Не кастуйте. Собрание ХМ это один из самых сложных боссов. Да не особо сложно, немножко приодеться. Не... Это для СПГР это один из самых сложных боссов. Да что тут сложного, блин, просто про людей. А Дима знает, да? Я в курсе, что там у вас происходило. Тут многие в первый раз поэтому так происходит. Да не страшно, ничего нету. Походим на МП4 и будем убивать. Да, я говорю, ребят, для нашей гильдии это... Да тут босс... посидеть раз пять, вайпнуться и все поймут. Главное объяснить всем, что делать и все. Ну, времени нету, но на данный момент. Так, я ничего не говорю, я вообще говорю, что тут сложного ничего нету. Да, просто походим, сейчас мы будем на постоянной основе ходить. Пожарник, собрание и Тарим, да, это самые сложные такие ребятишки. Все это убьем. Сейчас все наоборот делаем. В первую очередь мы убиваем большого, самого опасного моба, потом среднего, потом маленького. Это будет обычный режим. Как-нибудь покажу средний режим, когда среднего последнего убиваем. Там тоже ничего сложного. Он проще даже, чем ХМ, чем Изимод. А что тогда средний не убьем? И так же в холлике. Потому что надо будет людям объяснять, что делать. У нас один АФК? Тут не с первого раза все это, ребят, проходится в этом хейме. Если мы ходили в хейме и убьем с первого раза, то здесь нет. Здесь такая тема никогда нет. Так, быстренько релогнусь, у меня скилл не едет. Давайте, подходите сюда. Кто релогается? Да, ладно. Мне так же... Чифу, Роган. Ага. Че говоришь? Так же все. А че вы кушаете? А у вас там что, места есть, нет? Да, побудь. Пока. Побудь. Угу. На последней фазе вдруг кто отвалится. А что кушать? Один АФКшит у нас. У вас места есть или у вас? Язва, ДК, АФКшит. Так, язва. Это пуг был или с гильдии, я не помню. Вроде пуг. Я такого не знаю пока. Да, я просто такого не знаю. Рогу поставил. Так, ага, молодец. Чиф Релогас. Ну, один слот есть, кто там хочет зайти? Я 20 секунд отошел, 30. Да. Кто там хочет зайти? Плюс поставьте. Слушай, ну на среднее, я так понимаю, падают 203 старые шмотки. Да нет, 203 старые и так падают, просто пухи 203 старые. На среднем просто там ну, сверху... Могу хилом 202 зайти, если что. Нет, 202 не надо. 202 это в нас еще будет. Так, тыкайте на сумон. А можно меня сумануть, я сейчас сам... Да, да, конечно. Проверить одну вещь. Так, собираю команду на постоянный удар. Это будет, ну там будем договариваться, чтобы мы с десятками карами там не пересекались и с каким-то РТ. Буду ставить за шамана в календаре в гильдии. Ну и с пугов, кто желает на постоянной основе ходить, может будет волнир собирать. Ну в первую очередь я, конечно, себе соберу, потому что никогда его не было. А тут Дживса можешь организовать? Так, Вен, ты хочешь десятки собирать, да? Десятки да, нет, вот эти 25-ки. А, у меня уже записался вот этот паладин, рука болит, который... Так что список себе составляю, кто хочет ходить. Это чисто ульда 25-ка или что ты собираешь? Да, 25-ка. По КД буду каждую неделю собирать, возможно даже... А, ну я пойду тоже. Да. Какой у тебя ник? Джира. Хант. Джира, хорошо, вот запишу вас. Ханты, рука болит. Гонитель Валанит. Гильдию вступил, рука болит? Нет, он с пугов. Ну, я когда собирал, пугов позвал. А чё, он хороший хил? Столовка.
Не знаю, но это... Чё? Я с ним пересекался. Что, нормально? Но ник прикольный. У меня там тоже рука болит. Еще и есть что-то такое. Ага. Мне тоже рука болит, когда я хилю рейд, который лайпается, в лужах стоит. Там джипс стоит, если кому надо, ребят. Джипс, чинитесь. Ну, вообще, у входа с ульды там есть огр такой, у него на голове гоблин сидит, у него можно починиться. А я вот не знаю, у кого чинится, у гоблина или у огра, кто из них чинит. У огра. Это тайна, мне кажется. Давайте проверку. Нерал, что, я танчу большого так же, да? Все то же самое, да. Вкратце, тактику можно... А начинаем с какого? Нет, смотри. Я забираю мелкого среднего, вы убиваете большого. Потом к среднему, потом к мелкому. На пул маразма, короче. На пулы, все на пулы в рейде 4. Даете на маразма большого. Все играем через большого. ДКшник, который новый пришел, бьет большого. Потом среднего, потом мелкого. Джиро, лужи, дебафы есть, нет? Есть лужи, там увидишь. Просто за мельком бегать. Джиро здесь. Окей. Все, на пул на кого? На пул на маразма. Ставлю на него звездочку. Да. Это протопал. Танки на счет 3 начинаем. 1, 2, 3. Все сейчас бьют только на пулы и танки. Весь ДПС в большого моба. В 20 метрах друг от друга держим боссов. Два маленьких от большого немножко подальше. Потому что будет перезагрузка. Солидный на мне почему-то еще. Так, просто хуярим большого пидора. Выводи. Еще дальше. Он когда... Блять, медведь сдохнет сейчас. Ты это, рука да, болит? Частицу дай на него, рука болит, ты тут. Маги есть? Дисплейте щиту со среднего. Блять, рука болит, нету. Рука болит, ты тут, нет? Пиздец. Я не макну, вроде здесь поняла. То ли вылетел, то ли что не могу понять, то ли АФК. Еще щит. Спасибо. Ханкуль, переключись на мишку, на него щиток навешай там. Я извиняюсь, телефон. Рука болит, это ты? Ты в игре? Да. Давай, я помогаю хилить, я тут что-то пиздец, ему что за хуйня. Сейчас добьем большого, будем среднего бить. Не, вот там что ли что? Да, маразм, забираешь среднего, а ты с мелким остаешься, Мишка. Мишка, это, немножко отведи. Можно чуть ближе к нам? Все. Все, сейчас следующее будет. Когда будет следующее, мы не идем в нее в синюю, а мы разбегаемся. На Бурундира смотрим на мелкого, будет там это перегрузка, надо будет отбежать. Это сбивание. Выводи. Зеленая лужа, дал массакру, там здесь не сдохнуть. Там поболит, джир, маник. Все, среднего гасим. Возможно, еще одна зеленая будет. По времени посмотрим. Отбегаем от мелкого, от Бурундира, отбегай, Мишка. В принципе, ты знаешь. Так, кто-то стильт не знает. Все, бьем среднего. Ждем зеленую. 5 секунд будет руна. Уже рейндж набираем. РДД, милики набрали рейндж между собой. 10 метров. Вышли отовсюду. Сейчас скоро будет вторая зеленая. Мишка, сбей каст. Да нечем. На самом краю сдохну. Да забейте на лужу. Если это лужа зеленки, то не стоит. Это самое... Хелен, резай, что хочу, беги на Брундира косты сбивать. Бля, пиздец. У тебя есть рывок, Мишки. Я в курсе, да, но я... Что, не мог рывком сбить? Ну-ка, если ты меня резнул, то это по мне. Бля, я не могу. Вот. Что ты не можешь? Не получается? Алина, резни, что хочу. Где? Я мертвая лежу. А-а-а. Этот мощный кусь, ресы Хелен, четвертая пати. Правильно, хуйнулись. Да я, блин, прикинь, полгода не заходил за мешку. Отбегай. Остался один вот этот моб.
Весь рейд сейчас его бьет. Ну что хочу, как дела? Да. Ты чё? Все бьем этого моба. Я тебя подняла, ты чё? Давайте, Гера. Не видим риса. Сбивайте каст вот этого вихря. Килай, давай. А, тотем есть пока. А, босс скоро будет взлетать, и нужно будет от него отбежать. Всех по углам защемиться. Сбивайте каст. Максимальные щитки на себе, прожимки, баблы, все вот это сейчас оставляем на себя. Незыбки, зеленки. Когда он будет взлетать, от него просто бежим. По разным углам комнаты. Касты все сбиваем. Отбежали 30 метров от босса. 5-секундный каст. Подбегаем, бьем. Сейчас будет взлетка скоро. Ну сейчас прямо сделал взлетку. Все, взлетел, отошли. Дал массакру. Дал массакру. Просто бежим. Зубы на себя кидай, если что, кидай. Нормально там хильтесь как-то. В центре будет садиться, он обнулит агро свою. На маразма все накроют, кто живые. Он обнулил агро, не врывайтесь, милики, тдшники, заново набирать агро надо. Тебе пока мораль, конечно. А, Иннер, если есть у тебя мишка, закинь по кому-то с хилов, хила и закинь дэшнику. Все, ту же самую хуйню сейчас повторим, еще раз летит, мы уже запиздили. Пока что регеним ману. Сбиваем каст. Готовимся, взлетка скоро, максимально далеко бежим от босса, в разные стороны. Готовимся. Визуально смотрим, сейчас босс взлетит последний раз. Сбиваем каст. Вихрь сбили, 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 сука. Ну что, блять. У хантов есть сбивалка, у магов контрспел. Отбегаем от босса. Массакры у меня нету, если у тебя есть пал. Нет, тоже. Нет, тоже да. Ну все, живем там. Глыбы отдаем маги, последнюю всю хуйню отдаем. Запиздить немножко осталось. Босс садится, агро обнуляет, агро набираем заново, напуливаем. Косты сбиваем. Добиваете, там лям остался. Чё с того, как дела? Он только что нурпидом медведем закрыл Карл. Еще раз, чё случилось? Карл закрыл медведем. Ты медведем играл? Да, 220-й. Ну, прикольно. Бля, что-то... А. Вообще ни разу никто агро нахуй не сорвал. Я вообще в шоке. На X3 что-то по-другому медведь работал. Скорость, меткость, гильный плащ. Если у кого-то хуёвый плащ. Ты обычно с андролом ходил? Ну да. Ну ничего не упало, упало все на лок, АДК, короче. Так, джира закидывай. Где ты там? Орёлка, десни. Так, вышла неплохая двуручка с агильная. Я думаю, вару это будет очень приоритетно, если какой-то фурик армс есть. Хотя она агильная, конечно. Килая, спасибо. Аленка слакер. Так, арти. В смысле, ты офигел? У меня маны не было. Да? Скидываю ханту. Это заметил. Тапки с мастерством и пробиванием брони хорошие, кожаные. Мне их как-то спиздил вар какой-то, мишки хотел выходить. Что, никому не надо? Да? На второй успех, там, на мишку. Хелен, если на мишку, бери. А тапки, если никому не надо из кожников, можно мне их забрать? Так, я чифу закинул. Закинул чифу эти тапки. Пошли на Калагарна. Так, ну тут тоже останься, потому что там... Не столько ДПС, сколько отхил нужен будет быстрый, чтобы поднимать рейс скилля. Так, один из хантов, поставьте листочек на боссе. Магии природы.
На бусе будут два танка чередоваться. На двух стаках будете меняться. Так, Маразм будет первый начинать. Джока будет второй забирать. Ну и там по ситуации, кто из вас будет свободен, будет танчить осколки. Будем играть через руку. Рука называется правая, я поставил на нее черепок. Вот эту руку надо будет убивать. После того, как эта рука умрет, свободный танк подойдет и будет собирать мобов. Ханты и роги дадите, лучше только ханты, дадите на пул на этого танка. Там выйдет 5 маленьких мобов. Мобов отведешь в сторонку, вот сюда. Чиф, тебе нужны эти ботинки, нет? Да блин, нет. Мент тебе попытаюсь кинуть. Рокер. Вот сюда примерно, в звездочку, отведешь 5 мобов, и там будешь их танчить. И потом все РДД свичнутся и убьют этих мобов. Когда этих мобов будешь танчить, свободный танк, будешь, дашь прожимку там мишка или протопал 50 на 50. Эрал, что ты говорил ханту включить? Листочек аура хантовская защиты, вот на вот этой зеленой. А, от природы, понял. Арти, я включу, у тебя больше ДПС. Так, теперь по частицам. Ну давай, я на маразме буду, а ты на мишке частицу. Так весь бой. Отпиваемся. Щитки до пула начнешь кидать, тебе скажу. Так, и давай по ССам. Так, Дэн, дашь на... Давай на Хилаю дай. А Джестер дай на Хелен. В четвертой пачке. На меня не обязательно, я тут хорошо живу, бегаю нормально. Ну, пускай будет, ничего страшного. Но только если меня вынесут. Так, и БР у нас есть у Мишки только. Ладно, хорошо. Проверкой будем начинать. Джестер спрашивает, на кого СС? На Хелен в четвертой пати дрейд. Еще раз напомню, с пула босса танки идут танчить Калагарна, который по центру туловища такой. А весь рейд бьет черепок. Рука находится слева от нас, если смотреть на босса, написано на ней правая рука. Всем кто понятно? Правую руку танчит. Правую руку не танчит, руки вообще не танчит. А мобов оттуда который? Мобов вылез? Танчит свободный танк, я скажу. Танки первые на пулы с пула босса все даете в звездочку, первый танчит маразм. Два стака наберет и у него заберет мишка, он там знает. Вот. И кто будет свободен к тому моменту, как будет выпадать мобы, тот и будет танчить осколки, я скажу. Маленький момент, не подходите близко к боссу, упадете в воры без рывка, пожалуйста. Ну и будет взгляд, луч такой, он будет в одного человека и за ним будет двигаться. Его нужно будет выносить к стене и по стене бежать. То есть максимально быстро к стене и по стене пробежать там полукруг. Все, на счет 3 танки начинаем. Раз, два, три. Поехали. Все играем в руку. Ну, тут просто 5 цепух и все, весь рейд захилится. Самое главное быстро захилить. Все нормально. Беги, малыш! Два мишка. Так, сейчас руку уже бьем, нормально. Я мобов заберу на разум. Петр, я тебя замутил, у тебя шум. Так, маразм, подходи под руку и танчи мобов маленьких. Маман, полтинника, да. Хорошо. Вроде как. Миликам не надо туда подходить. Я же говорю. Нахуя вы туда пошли? Я же говорю, РДД. РДД, бьем обломки. Ну все, лежите теперь. Все сейчас играют туловище. Отбегаем от взгляда. Так, что у нас там? Мощный кусь. Забирай. Беги, малышка, беги! Опять вправо играем или как? Да, она появилась, заново играем в нее. Весь рейд играет вправо. Которая была черепок, которая отросла. Ч
Что делать тем, кто в руке? Руку-руку-то бьем. Блять, бьете, нет ее. А вот бьете. Так, дал массак. Два мишка. Так, что там у руки? Я еще. Не, залупа. Давай еще раз. Все в туловище босса спрыгиваем. Спрыгивайте вниз. Массовые суицид. Милики, вы стоите у туловища всегда. Никуда не бегаете. Ни к мобам, ни к каким. Сейчас просто три человека сдохли. Мы ДПС потеряли весь. Ну, заходите, ты просто вниз. Не сказал, что милики не должны. Ну, зато теперь знаем. Нет. Там мобы ауешат, танк на них набирает агро, там его на пуле, и РДДшники зальют этих мобов. Они нормально хорошо заливаются. Чинится у огра справа. Где, где? Да вон, все подъезжают к нему на маунте. Вестибюль. Подбегаем, сейчас забахаемся. Дальше еще интереснее босс. Тут не хватит одного РТ походу. Типа если. Ну если на первом боссе не тупить на машинках. Ну привыкнем, что будем заодно проходить. Да, пару неделек походим, уже будет проще. Часа за 4, по-моему, это закрыть реально. Ну, вообще за 3. 2.5. Ну, настолько удачных троих я не вижу. Так, подбегайте сюда. Ешьте, пейте. Рыбу поставила. Я залагал. ДК. Блять, охуенно. Какой из 5? Ребят, у кого-нибудь багровый рубин не завалялся один? А, дайте релогнуть. Дай гляну, подожди. Какой-то из 5 ДК релогается, сейчас мы тебе дадим. Не, багрового нет. Прямо сейчас надо он. Рэл, а почему мы играем только через правую руку? Дамажим. Хочешь и левую? Почему? Нет, посмотри, а почему не дамажить, когда людей схватило, а всегда играть в пузо? Когда руку убиваешь, все равно процент у босса уходит. 15%, я все понимаю, я знаю тактику. Я говорю, почему играть не только в пузо, а когда троих людей схватило в руку, тогда мы сразу руку, от руку выбили, там руку надо нанести. Хорошо, могу тебе назвать. Всего... Минимум. Всего 200 тысяч дамаги надо нанести руку, чтобы освободило трех людей. Когда трех людей освобождает, мы продолжаем бить в пузо. Я здесь. Хорошо, раз ты спросил, могу назвать тебе минимум две причины, почему мы так делаем. Давай. Первая причина, потому что я так сказал. Вторая причина, потому что когда люди бьют туловище, то дотуют его. А когда люди с пула бьют правую руку, то... Они будут всяко разно дотуют, всегда. То щит, появившийся там, слетит намного быстрее, чем когда они будут свечиться и менять таргет. Ну, свечиться проще же. 200 тысяч дамаги нанести РДДшникам. Давай еще раз. То собери свой рейд и пиздуй, блядь, давай и рассказывай там тактики. Я поставил черепок на правую руку. Все играют через нее. Когда она исчезает, играем в туловище. Когда появляется, играем в нее. Все. В самом деле, ребята, ну, то есть сложно релить, когда приходят до дороги и начинают учить, потому что вот, а у нас не так. Я не учу, я просто Задал вопрос, почему? Я ему ответил. Мы сейчас будем играть так. Так, я ладно, все, цицно. Я же просто уже тактики Джока. Знаю, и я же ни разу не сказал, как делать, всегда спрашивал. Джестер тут? Все, все готовы, на счет 3 пуляем. 1, 2, 3.
Когда походим сюда с вами полгодика, тогда будем здесь шутки, прибаутки рассказывать. А пока что делаем, как я обещал. Луч беги. Два стака, Мишка. Вижу, ты в руке. Да-да-да, я замузился, да. Я в руке, братан. Да, он выйдет сейчас, тебя заберет. Милики, от руки отойди, еще мобы появятся, сдохнут. Давай, забрал. Так, протопал пошел мобов. Мобов зауешьте, повернитесь. Все, пока что бьем спокойно босса. Как спадет, сразу заберешь. Ну тут луч немножко не повезло. Так, давай, Мишка. Когда освободить. Маразм забери у него, Мишка, рез не ласти. Когда она встанет, к ней сразу готовьтесь. Ресы. Ресну. Фул баф по ласти. Пистобаф, каску, ладно. Пальчик скажешь, когда. Так, рука отросла, все в руку. Все в руку. Максимально ДПС переключились. Бегать не обязательно, можно возле тула сейчас стоять и бить ее. Два. Все, давай забираем. Людей в руках тоже прохили, там удушение идет. А, меня схватили. Меня. О, он меня выкинул. Тише. Беги, малышка, беги! Я лишу тебя жизнь. Можно в левую руку было сыграть. Извини, конечно, что я тебе под эту. Сейчас мы бьем другую руку. С нее мобов убьем, потом посмотрим по хп уже босса. Так, маразм, забирай босса. Добро. Мишка, иди, готовься с руки, сейчас выпадут мобы. Мишка, на Мишку напулай маленьких мобов. Массакр есть, маразм этого. Да. Одного забери с рейд. Да, если надо, заберет. Отходим из-под мобов. Так. Ну давай, все в левую руку переключите, сейчас поставлю черепок. Баблы, давай гимн на хп хила, если нет. Мобов убейте, пожалуйста, не блять. У нас почти все умерли. 100 тысяч по черепку нанесите. У нас почти все умерли, четверо в живых. А и босса убили. Все, кто выжил, тот все. А что, мы четверо осталось? Да. Добил, кому этот... Пока не лутайте, пожалуйста. ЕПшку нам, ЕПшку четверым. Кто выжил, тому ГП. Лютер, я тебе дам ГП, чтобы ты запомнил в следующий раз. Ребят, на минуту отойду. А, подождите, а четвертый это вообще бурдалак? Не, ребят, ЕПшку ему не надо. Давайте, у нас примерно часик есть. Это вполне реально закрыть обычных хранителей. Портал, обвалившиеся галереи все. Резать никого не надо, все бегут, портируются сами. Зачем? Заюзали. А мастерец еще не туда. Как мне сдохнуть за эту штуку? За какую штуку? За вурдалака. Найди кого-нибудь сагри. Пусть я резну. Грудак с одной дыркой беспонтовой. Ну если у кого-то совсем обоссанный шмот какой-то, киньте ролл. А можно запястье, пожалуйста? А куда ты пышется? Обвалившись бед последний. Обвалившись галерея, да. Так, хила я закидываю. Так, наручи, скорость, меткость. Неплохие РДДшные такие, на ШП, там, на лока, может, на мага. Кидайте ров. Бисовый ров. Вообще, удивительно. Вытащил, да?
Чё, Пал, наверное, спасибо, давайте Лена. В ретрика сейчас. Я здесь вытанчу. Нет, нет, вы в танке. Будьте в танке. Так, маразм. Так. Перекатмет. Спускаемся вниз. Здесь бафаемся. Сейчас убьем два моба. Ешьте, бафайтесь. Выкройка. Че, кому-то надо включить? Да, рецепты хочу. Кто хочет? Чифу. Чифу. Спасибо. Так, разбафливаемся. Да, да, будьте что-то под страховкой, кто его знает. Танки. Вот сюда приведите мобов, поставьте. Лицом в купол разбитый. Двух мобов, он, которые там стоят. В кружок. Все остальные вот сюда встаньте. Бромбик. Давайте крайнего правого, я ближнего. Видите, видите, отворачивайте главное купол. Мобов нужно убить одновременно. Так что бьем того, у кого больше хп из мобов. Другого переключитесь, у которого больше хп. Ой, куда-то пошел, пацан гулять. На полу нет. Сейчас уйду. Искра там под боссом появляется, милики, убивайте. Прожимайте незыблемость. Панцирь этот антимагический, ДПшники. Да, равномерно. Искру бьем. Все встаем в ромбик. Все встаем в ромбик. Два танка агрите босса. Сначала убивается 4 маленьких кота. Прожимочки 50 на 50 и всю хуйню даем с пола танки. Паладинчик, давай я босса заберу, я один хрен выживу. Да, да, да. Добегу. А ты, братан, это. Все, все да, готово? Да, давайте, пуляйте. Давай, я босса забираю. О, блядь, подожди, подожди, что за херня какая-то была. Я сейчас прожму хуйня-то. Да-да-да. Хелен, выбеги. Я тебе про это говорил. Хелен, выбеги, рей с него. Станешь там, потанкишь. Дал массаку. По идее, надо. Босса повернуть нет. Надо на рейд. И стоять под лицом босса всегда. Там Тима, Бог просто. В первую очередь сыграть. Я тебе каплю дал. Здесь не сдохнешь. Кошек быстрее заливаем часовых под боссом маленьким. Берегитесь. Так, на страхе нужно кому-то снять себе страх и сбить каст босса. Никто не может, да, сбить? Все, получилось. Это может делать вар. Надо было на это поставить. Значит, кто из варов, у кого на панели вытащена ярость берсерка? Я, на страх. Я сейчас сбил вроде бы. Вот сейчас делайте это. Да. Стойте все в кружке в медведе. Сейчас вышел дикий защитник, все бьем его. Стойте в одной точке. Весь рейд бьем дикого защитника. Тогда страх, ярость берсерка, сбив коста. Когда становитесь в кружок. Особо страсти много не бегает. Дикий защитник убирает, появилась черная лужа, из нее выходит. Берегитесь. Заходите в черную лужу, падаем. Начнем заново, получше, чтобы нормально все было.
подвалившись. Ты мне чуть раньше скажи, на кого антифир повесить, чтобы сбить. Не надо никаких антифиров. Один вар справляется с этим. Нужно просто во время каста босса фиром, когда босс кастует, вару нажать ярость берсерка, даже если он зафирится, и сбить зуботыщенный каст. Удар часа. Рел, можно сказать, можно Джока единственного шамана в пати, который поставит тотем Тремора? Джока? Ну, где танк Джока, единственный шаман наш стоит, находится. А ты кто, ты Рискара или кто? Вар? Танк. Он Джока. Я Джока, я танк, Мишка танк. А ты чем сбивать собрался? Мне не надо ничем сбивать. Я хочу просто, себе. Я хочу я себе в пати шамана, который поставит тотем Тремора, все. Я понял, просто шамана хочешь, понял. Закинул тебе шамана. И туда можно же закинуть этого паладина второго. Все. Обвалившуюся галерею, ребята, портуйтесь. А второго это какого? Ну вот, все ты закинул, все нормально. Он там... с тобой так. Да. Все, сейчас забафаемся. Ну и второго шамана тоже можешь куда-нибудь там в хилам откинуть. А, он к хилам и будет. Тотем третий. Да. Все. Я постараюсь нас здесь колдовать сразу. Видишь, тут надо просто страх сбивать. Че, можно уже начинать или что? Еще не готовы мы? Давай. Пока босс здесь. Босс здесь пока. Я забираю. Вара нету. Престовская это нет. Паладин, не стоит. Братан, не стоит. Я сам. Нихуя себе, 50 тысяч. Стоит. Веди быстрее сюда, чтобы мы тебя захиливали. 50 на 50, давай. Так кончится? Я вижу, кончилось. Спамьте сейчас хил по этому паладину, что там не стоит. Я уешьте мелкий. Прям жизнецветы настакать и зубы ему, да? Так, массакру сдал. Берегитесь. Сбиваем каст. Так. Мощный кусь. Ресей Джока. Джока есть не шарте. Ну и потом патаунтиш этих диких. Вот дикий защитник появился, все его бьем. Джока, ты тут? Да. Мощный кусь. Вот сейчас страх сбиваю. Я себе в страхе сразу же появился. Ласи, да? Все, Ласи, Риса. Арти. Фу, блядь, извини, я Ласи, Риса. Выходите с лужи, кстати. Что мы убили мобай. Все, заходите обратно в лужу, еще раз будем начинать сначала. Крита какая-то. Мне просто кошка критнула 50 косарей, которая прыгнула на меня. Берегитесь. Я вообще даже. Чему ты удивляешься? Нет, я не удивляюсь, просто я вот думаю, как это. Они когда вместе, они бафают друг друга. Трога, чифу завис. Ну развисай, заходи в инст. Чего ты так быстро сдаешься, блин? Кто? Я? Да. Я имею в виду, что лежать. А, что говорю, падать? Да. Все правильно. Ну я не буду это бить. 10 тел лежит, и зачем дрочиться? Когда надо с пула нормально все делать. Да хотя это убивается, по сути, если честно. Ну да, дрочит такой себе. Дольше просидим просто. Угу. В конце там даст какой-нибудь фир, кто-то каст не собьет, и на последнем тике все сбьет. Я не знаю, стоит. Там 30% хп оставалось, его можно было доковырять, чем мы сейчас. Давай этот паладинчик, давай, я сейчас, короче, огрю, фул прожимки даю. Если
Все нормально, я добегаю. Ты перехватываешь его, окей? Вы со своим вот добеганием, что Мишка, что Павел, побыстрее. Где вот, я вот здесь, когда я ее доведу, ты ее перехватишь, потому что там кошки пиздец. Бабу может, или кошку пулик? Перехватит? М? Может на пулик на вас? Да, обязательно. Да нет, не там не в этом напулите, дело. Напулите, напулите. Смотри, Жока, ты так много говоришь, но я повторю для тебя еще раз. С пула еще раз тактику для танков. Вы агрите эту всю парашу и отдаете все свои прожимки. С пула я еще дам вам массаку и каплю на кого-то из вас. Эта вся параша уешится в течение там, не знаю, 20 секунд она задамажится. Ждем там, когда люди подойдут. Рано начали, я даже разбахать не успела. И рядом, чтобы рыбу поставить. Сейчас она пока да, проходит, сейчас уже все успеет. И когда вы вот тут вот агрите, да? Вы максимум должны вот тут стоять, где я вам показывал сейчас. Поставил на себя треугольник. Вот отсюда. И моментально, вот вы сагрили, эти петухи побежали, вы уже должны вот сюда встать. Чтобы мы, стоящие здесь за ромбиком хилы, вас сразу начали спамить хилом. А то вы вот тут вот сагрили и стоите здесь, дрочитесь, блядь. Ни прожимок, нихуя издыхаете. Поэтому сейчас быстро, максимально. Ну, я прожимку, извини, подожди, дубовую кожу я отдал. Че сейчас меня, блин? Дубовая не поможет, надо. Ворот я отдал, но просто. Крик на ХП тоже, да. Две кошки промахнулось, и одна кошка прыгает мне в спину 50 крат дамаги мне в спину. Ну, ладно, ладно. Сейчас эта петушня придет. Маразм, кстати, на себе щиток свой паладиновский держи. Я держу. Перед пулом дашь. Че, я кошек танчу? Все танчите. И босса, и кошек. Если кошка сливает, нажимайте на нее таун. Кстати, маги, если увидите, что на вас повешается дебаф от кошки, она прыгает и вешает кровотечение, сразу глыбы его снимайте. То же самое на фире, если видите. Фир загнал вас в лужу, глыба, и сразу выходите с лужи. Так, все, кошка идет к нам. А, она далеко еще. Блять, сегодня еще идти тратить ИВК. Столовка. Рем шаман нужен? Да нет. 10 с плюсом к ДПС. Ну как ник? Как ник? Я был в гильде, но я ушел в этот. В основную гильду. Гидгал у меня ник. В какой ты был? Спиквер. Но я есть до сих пор. Да как ник-то у шамана? Все, встали в ромбик. А, ну это да там гильдейский рейд. Встали в ромбик, все. Пуляйте и сразу подбегайте сюда. Очко все, пулять-то его. Давайте. Как только вас пиздить начали, давай маразм. Таунти. Фул прожим. Давай, фул прожим. Таунти кошек этих помогаем. Дал массакру на рейд. Так, кто, кого из вас там больше кровотечения бьет? А вы молодец, маг. По Мишке даю каплю. Все, кошек убили, уже первую часть босса мы пошли сейчас. На танках дебаф кончится. Маразм, мы хилим хорошенько. Маразм, ты держишь, Лея? Сбить страх. Сбить каст боссу. Трепета поставьте, пожалуйста, шамана. Умоляю. Вот под морду босса заново встаем, все звездочку. И стоим. Продущиеся стражи это просто поуешить. Под босса. Мы должны перед мордой стоять, он сейчас. Все стоят перед лицом босса. Так. Не знаю, что это было. Черный луч, появляется кошка оттуда. Все фул ДПС в кошку. Дикий защитник, все его фул ДПС.
Когда он умрет, на месте него появится черная лужа, с нее надо будет уйти. Сейчас страх. Сразу вышел, да? Вышли. Все, черная кошка умерла, лужа появилась. Под босса, под морду идите, вставайте. Ультразвук. Все должны делить ультразвук, потому что ультразвук делится. Все для этого стоят перед лицом босса. Так, ну эти пускай лежат. Так, нормально. Так, кто там? Маразм, посматривай на лужу, кошка встанет сначала, визуально. Потом у нее над головой появится ХП. Так, ультразвук. Кошка встала. Стан по кошке. Берегитесь. Тотемы трепета обновляем по КД, потому что дикий защитник убивает тотема. Встаем все заново под морду. В одну точку, чтобы дикий защитник не прыгал на 50 км куда-сюда. А уешим всю эту хуйню. Дикий защитник скоро умрет, 5% ХП. Выбегаем отсюда. Выбегаем. Обратно же? Ну вот сюда выбегаем. Туда, где кружок. Встать надо. Под лицо босса. Все, фул ДПС по боссу. Еще одного и двух диких убьем, и все. Я просто реально, народ, первый раз с вами и... по старотактике хожу. А умираешь с пула? Все, пула? Все. Два раза умер. Кошку бьем дикую. Маразм нашел момент, когда появляется кошка? Там стан успеваешь давать? Бьем. Пройди, прохиливаем кровотечение. Дикий скоро умрет. Куда поведешь, туда мы встанем. Выходите с лужи. На балкон. В кружок все идем в танке. Под мордой находимся все во время ультразвука. Здесь стоим. Все, хорош, вставайте. Кошка дольше будет идти. Берегитесь. Так, с ним сбери каст, отлично. Так, дальше не вести, потому что можно там сагрить трэш. Такое уже было. Повторять не надо. Да, направо, если надо будет, в край пойдем. Там. Ну что, с куда-нибудь или назад поведешь, или что? Так, дикий защитник все бьем, это последний, следующий бить не будем. Вот его убьем и вернемся с боссом. На край сразу же вправо вот. Кроман там есть, сюда пойдем. Угу. Все, пошли. Берегитесь. Так, ультразвук. Дал массакру. Так, с массакра нам поможет немножко, хотя оно уже кончилось. Все, под морду стоим, мы просто в босса играем. Даже если кошка выйдет, она уже слабее бьет, слабее дотку вешает. Просто босса играем. Кошку протопал на себя заберешь. Дашь стан, набираешь на ней игру. Кошка появилась. Просто босса играем. Кошку не бьем, просто босса. Берегитесь. Санти возьми камп. Да, от Ферата. Не отошли люди еще. Сейчас пойдем самого веселого босса, Ходор называется. Слышите, хотя бы это самый легкий босс. Слышите, как она кричит. Слава, ты живой? Слава, спать пошел. Так, Дэн, я тебе закину рецепт, может кому-то надо там отдашь. С профи кто. Там еще Ацелит описал, что ему уходить надо будет. Хорошо. А, плечо. Друиды, я прошу вас, один какой-нибудь друид. Корни по КД. Только корни по КД. Все. Так, на распыл. От вас больше ничего не требуется. Еще одно плечо. Меткость крит. Хилы же есть?
кучки еще не наступайте, такие ледяные. Да, 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 я покажу. Ну, корни по КД. Вообще по КД, ребят. Два друида, какому из них корни по КД кидайте, иначе пиздец. Он затрахает. О, ну посмотрим сейчас. Еще полчаса есть, посмотрим. Может, сходим на дрона сразу. Так, грудак с блокированием щита. Так, возьму-ка я его себе, придется на комплект собирать, может пригодится. Ребят, я пойду, ладно? Кто это? Трон. Вар. Он заранее написал, что ему надо будет идти. Вот здесь сидите. Да, да, давай. Какой вар? Населит отходу. Угу. Чё самолюбие? Могу добрать армстрелок. Не с гильдии? По луже не пройдите, пожалуйста. Гильдии, с гильдии. Как ник? Ассалита. Главный стан могу дать. Не хотите, да, я понял. Да, на трэш приходите. Я понял, самолюбие это самое. Но ты ему скажи, что тут как бы это... Примерно полчаса, минут 40 осталось. Все время тоже уходить пора. А мы на ходе разойдем. Ну, и на Мимирона, я думаю, заглянем. Так, трэша нет. Так, а Солита ушел, да? О, кто загрел. Ты спроси у него, а то может он не пойдет, когда просто так вешать. Вон, видите, кучки такие ледяные. Не наступайте в них, мы запаримся глистов бить. Да, немножко осталось. Ну вот, я говорю. А можно? Подожди, хотя нет. Стой. Вот сюда идите, левее. Ребят, сейчас вот это убиваем босса. Потом получается это. Не бегите. Это не вперед. Босс, если что. Ну, точнее, мого, блядь. Извините, босса. Не бегите вперед, быстрее сделаем. Корни кидайте, пока дай ему. Друиды. Потом он заколебает. О, это откуда пришел? Он был там. Стой, ребят. За звездочкой бежим. Человеку похер, да? По этой стеночке сначала. Да ну где вы пробегаете, ну ёпты за ногу. Видите белый Давайте, пофармим. Кожа здесь падает, еще говорят, Волонир выпадает и ШМ. Давайте, да нихрена здесь не падает. Да выпадает нормально, ты чё, мне вчера пацаны на районе рассказали. Белый немножко... снег, видите, он отличается от всех. Немножко повеселимся. Раз в них сидит змейки. Да, зеленый. Боссу змейки. Подожди. Они сейчас если вы бежите если... как попало, соответственно, вы агрите вот так, в общем, получается все. А оно да. Вам надо? Вы получаете дополнительную кожу. Ребят, вперед пройдите, пожалуйста. Хорошенько захиливаемся под массакры, бьем мобов, сбиваем каст большому элементарно. Сказали раз, сказали два, запоминайте, пожалуйста. Они тут первый раз еще глаза разбегаются. Насрать. Просто, ну понимаешь. Не да? Ешь белый снег, ой, желтый снег, блин, обходи белый снег, все. Сейчас белого хлада, да? Там было ведьмаке, не ешь желтый снег, блин. Тяжело, да, нам будет Геру делать, типа. Там тактики-то тяжелые. Да, так люди тут уже некоторых не хотят. От снега не могут, блядь. Не набежать. Так, я тут думаю, что по хилу нам сделать. Так, Ханкуль, Фулка. Давай.
Сколько ты в ретрике, кстати, даешь, рука болит? Подбегайте сюда. Кто там? Самолюбие. Надеюсь, они не перейдут. Может? Вот на всех пиздел на автобеге я. Я красавчик. Джестер, ставь шкаф. 76к. Ладно, давай ты похили, я в ретрика спекусь. Немножко подыпаюсь. Присуманьте, пожалуйста. Да, у нас шкаф стоит. Там пацаны решили еще кожу пофармить, блядь, мало. Сейчас мы их подождем, блядь, у нас время же нихуя. Блядь, вчера ульду и ролил. Люди в 245-м шмоте не хотят ее бить. Хотя в ней оделись все. Это заходите вы с вас, присуманьте. А то там в туннеле злые червяки. Они не дают пройти никому. Так, ну на нем бой, я хуй знает, мы вынесем о нем, наверное. Самолюбие. Ну если он только что зашел, он может выйти попробовать. Самолюбие, выйди с инста. А то на тебе бой, залупа какая-то. Ты сагрил по инста, наверное. Хуй пойми, может урдалак, а может еще кем. Ну попробуем снаружи тебя сумму. А, все, самолюбие. Так. На этом боссе сначала с пула мы разбиваем вот эти ледяные метки, вспышки. Только после этого мы бьем самого босса. Этот самый Мишка, давай в сову. Маразм останешься танчить. Убейте моба. Подамажишь себе. Так. Будут появляться бафы. Значит, на человека будет кидаться черепок и вокруг него будет молния. Этот баф дает крит. Нужно будет его пронести по рейду и всем подбежать к нему и словить крит. У вас увеличится критический урон. Будут появляться столбы света, в них будет рейтинг скорости увеличиваться намного и будет ваш ДПС возрастать там, в 3-4 раза, в 10 раз. Вот. И под этими бафами надо дамажить босса. Упадут две большие метки, круглые, на пол, и с них надо будет выйти. Показываю звездочкой. Метки будут такого цвета, как вот этот снег, круглые. Нужно будет отбежать на них на такое расстояние, как показывает звездочка, примерно 5 метров. Когда упадет сугроб и метка станет белого цвета, как снег, нужно будет на нее забежать. Если этого не сделать, то вас заморозит в глыбу и вы потеряете весь свой ДПС, ХПС и так далее. Нужно будет еще вас разбивать. По ХП босса я посмотрю, нужно ли будет, ну скорее всего нужно будет после этого каста, когда мы на сугроб будем забегать, нужно будет разбить еще раз ледяные вспышки, чтобы они нам давали бафы, вот эти столбы, крит и костер на полу. Кто знает за костер, только те, кто знает, подбегайте на него, стакайте баф и выбегайте, потому что кидаются сосульки сверху. Весь бой двигаемся или прыгаем, одно из двух, как на Керестразе. Потому что на вас будет стакаться трескучий мороз. Если вы будете стоять на месте, то получите, будете увеличивающиеся, стакающиеся дебаф на себе, получать больше дамага каждые 3 секунды или каждые 2 секунды. Хилы касается шаманов и хэпала. Захиливайте рейд, когда скажу, желательно захиливать рейд из столба света. Но если туда сосулька летит, конечно, выпрыгивайте. Массакру, маразм по команде. И гимна ХП тоже скажу, надо будет. Сейчас раздобавлю. Так, я походу завис. Скажешь, как развиснешь? Босса просто развернуть или как? Просто развернуть, просто набираешь в нем игру и все. Все напульщики дадите на пул это. На маразма. Босса, да, на пул? Да, босса. Я починился. Так, починился, еще раз проверка, я думаю, начинаю. Схема 239 хороший шмот падает. Все готовы. На счет 3. Танк идет босса агрить. Все остальные дамажить эти метки. На счет 3. Раз, два, три. Пошли. И ДПС под глыбу. Активнее вспышки. У нас время на хрен отлично. По вспышкам, по крайним помогайте. Сначала метки, потом босс. Долго, пиздец. Все, фул ДПС по боссу. С
черепом не выбегает и рейд бафует. Так, крестик, крестик раздал крит по всем. КГДшники, ловите крит. Луч столб света появился. Подвели немножко босса, чтобы милики в столб света встали. Грозовая хуйня. Так, сосульки выходим. Захиливаем всех. Все, в столбах света стоим, мы там рейтинг скорость увеличится, дамаг большой будет. Так, гимн на хп, маразм сакру прожимай, хилы оверхилим через столбы света. Из столбов, из кругов вышли и зашли. Гимн на хп, максимально себя захиливаем, все прожимки отдаем, 50 на 50, всю хуйню. Быстрее, быстрее, быстрее захиливаем всех живых. Играем, играем в глыбы, разбиваем. Переключились в глыбы, чтобы они нам бафы дали. Быстрее, быстрее в глыбы играем, чтобы они нам дали бафы, чтобы убить босса. Блять, пиздец долго вы в глыбы свечитесь. Вот еще глыбы, не видно что ли или что? Очень много в глыбах замерзли. Я один бегаю, блять. Так, давай Геру, последний шанс. И ДПС по боссу. Так, вышли из кругов, зашли на круг и добиваем. У нас есть 40 секунд. Все, уже глыбы не свищемся, просто в босса. Из сосуля главное выходите. Так, у нас осталось 30 секунд. Два ляма. Просто добиваем второго. Че вы все умерли? Мне да добивать что ли за вас? Две секунды не успели. Угу. Лошары. Много умерло. Ничего, в следующий раз успеем. Подними меня, ли? Так, наручи нужны кому-то, меткость крит. На ханта, на энха. Оп, он перезапустил, захожу. Тебе зачем? У меня рука болит. Оранжерея, ненавижу оранжерею. Короче, это, Палу дал, там вы заберете сейчас. Так, Т8 на паладина. Так, один возьму, там говорят, блок щитом есть. Вроде бы. Че, никому не надо? Нет там блока щитом. А, ну. Блять, да, наверное, все за ОД уже купили, если кому-то надо. Тогда распылю. Или продам. Или выкину. Так, сейчас куда дальше нам пойти? У нас минут 20 осталось. Пойдем Мирона затыкаем. Пойдем попробуем Мирона затыкать. Давайте вот этих мобов агрите. Спускайтесь вниз. АФК, отойду минуту. И к той дальней лестнице. Идите, идите. К той дальней лестнице. Отводи их, маразм. Чтобы нам тут было место. Хилам, чтобы спуститься, хилить вас. Там к Мимирону, по-моему, ТП же сразу есть. Не бейте этого моба. Стопните урон. Ему нужно набрать игру. Вот он сейчас... Вот, вот, так, видели, да? Вайпался на трэш, хотите. Мобы должны подойти к танку, он должен набрать на них агро. Да сова, блять, на дискорде. Охуй. Все, это самое, одновременно бьем мобу, переключаемся. А, мы
мы сейчас вот на вот этом метро четком будем ехать, да? Не, оно, по-моему, не работает. Там портал есть. Блин, оно, по-моему, работало на X2. Ну, я знаю, да, где-то оно работало, но тут не работает. А может и работает, не знаю, но там трэш или хуя. Чистить. Джиро, трейд дашь, я тебе отдам, короче. Оставлять себе, там РПБ нет. Джиро возьми, ты же потом Т4 выбьешь, с урвом будешь. Так, выпала фиолетка. На хэпала, может кому-то на Ршаму надо, вот эта спина. Так, маразм. Так, ну вы не хилы, у маразма есть 5 хила. Маразму закинул. А там посмотрите. Шаман фула, давай маразму обмен. Нардру это параша. Подходите к этому. Наршаму. Можно, да, с вершами. Искра воображения, самый нижний портал. Тыкайте. Не туда побежали, кто там вперед уже. И вниз спускаемся к Мимирон. Тут пипец красивые метро. Так, сейчас я кого-то там закину, шамана обратно сюда. А где поезд-то? Куда уехал? Куда поезда лететь? Нету, видишь. Сделали. Не, надо там трэш почистить и оттуда сюда ехать. Он не работает, по-моему, поезд. Либо блин, чистить надо и проверять, ну, типа никто не проверял. Портал есть. Может почистим, да попробуем. Такая там лепота вообще нереальная. Времени мало. Ну, давайте, у нас трай на этом боссе, максимум 2 и все. Поэтому слушайте внимательно. Куда летим? Еще раз, портал, искра воображения. И спускаемся вниз по ступенькам. Рыба стоит уже, полрейда здесь нету. Значит, маразм, ты танчил? Слева. Нет, только ротариком бегу. Так, хорошо, давай. Поставьте этот самый шкаф, я сейчас протонусь и спекнусь. Спекайся в ретрика. Да я могу вытащить это говно. Чем взял-то? Кто? Джоков. Не, забей, побей в себе. Минута есть, пока ты спекаешься? Да. Отойду. Все, сумоньте. Бля, сейчас шаман, не могу в сумке найти плащ твой ебаный. Плащ твой ебаный. Угарно. Милики, тут для вас очень важная фаза первая. На ней будет босс, вот этот утюг, который стоит, он активируется и будут раскидывать мины вокруг себя. Вот как он в центре стоит, мины будут примерно по кругу вот этому нарисованному лежать. В эти мины нельзя забегать. Их очень тяжело рассмотреть, но постарайтесь. Они такие кругленькие, и у них еще фитилек такой есть. То есть обратите внимание, это очень важно. Нужно будет выбегать из-под босса, босс будет шоковый удар кастовать, 100 тысяч урона, ваншот. Вот. И когда вы бегаете, смотрите, чтобы вы не бежали через мины. Если одна взорвется, вас еще, возможно, захилят, или под пружинкой можете выжить. А если по двум пробежите, можете сдохнуть сразу. Так, сейчас я раздам квесты. А никто не помнит, это с него падает голова у Мирона? Нет. С йога плюс ноль. Надо вон ту кнопку нажать, красную, написано. Нет, сегодня не будем. Как-нибудь другой раз. Если кого-то интересует ульдуар в плане ачивок там и так далее, тоже все вполне реально сделать. Есть видео на ютубе, десятилетнее, там за 10 лет куча игры, ульдуар, любые тактики, любые ачивки, все есть. Нет, завтра я на сутках, уже на следующем КД следующего, да, будет, там посмотрим, поговорим, куда лучше поставить. Проверка. Блин, мне нужны очки Мимирона.
А, это кожа, ёпта гады. Так, рука болит частицу на меня. На звездочку. Джока готов? Так, все готовы. А, на первой фазе РДД встаете в рейндж между собой 8 метров. Будет кидаться огонь из босса. Никуда бегать не надо. Нужно просто стоять по одному. Ни по два, ни по три. Ни кучками. Иначе дебаф хилам будет сложно захилить. Все, на счет 3 запускаю босса. 1, 2, 3. Вставайте. Разряжено. Великий в центр. Милики, смотрим. Раскинулись мины. Я похлопаю парочку. Я буду бежать сюда. Приготовьтесь отбегать из-под босса. Секунду. Отбегаем из-под босса. Давай, спамься от небес. Возможно, еще раз заряд плазмы будет. И еще раз мины раскинет. Когда заряд плазмы идет у меня, спам свет небес. И хилы тоже, щитки там обновите. Стакайте жизнецвет. Так, мины раскинулись, парочку взорву. Шоковый удар, секунда, милики, готовимся. Выбегаем. По минам только не надо бежать. Все, добиваем босса. Захиливаем дебаф, вот этот хилы. Так, 50 на 50 отдал. Мы уже добили. Следующая фаза это будет туловище. От центра отойдите, отсюда всех откинет. В туловище будем максимальный ДПС давать. Так. Блять, у кого-то аддон или какая-то хуйня. А, я понял, это редко место. Звездочку себя поставил. Милики, будем бегать звездочки. РДД вокруг босса. Равномерно вокруг стоим. Хилы тоже на РНЖ. Будем сдавать Геру, буду Массакру сдавать. Возможно, гибных хп. Для миликов и для всех РДД нужно будет за спину забежать, когда скажу, где ракеты висят, две штуки, это спина у босса. Приготовьте все свои прожимки. Подходим милики. Начинаем ДПСить. Фулл ДПС. Давайте Геру. Максимальный ДПС. И захил очень мощный здесь. Умножение военный рост по КД, цепучий по КД. Сильнее захилим, не роняйте никого. Из красных точек на полу выходим. Локов захиливайте сильнее. Готовьтесь, скоро нужно будет вставать в звездочку. Это была, скорее всего, ракета. Ладно, даю Массакру. Дал Массакру. Готовьтесь. Забежали за спину, звезда показывает. Где звезда стоит? Магов всех быстрее захиливаем. Дамаг вот этот прохиливаем 4 секунды. Сильнее хили, давайте. Просто спамим, всю ману, все сливаем. На следующей фазе отвесывайте. Скорее всего это последний трай, дальше расходимся. Захиливаемся, немножко осталось добить. И выходите с красным метом. Все, добили. Все, следующая фаза это летающая голова будет, ее просто бьем. Все в звездочку собираемся в одну. Сюда на эту сторону перебегайте, систем звездочку. Значит, под вертолетом, который летать сейчас будет, не надо рейду находиться. Я буду под ним стоять, а вы немножко дальше. То есть метров на 20. Сейчас он взлетит. Так, кто у нас там лежит? Что хочу? Хелен поднимай, что хочу. И второй кто? Вот, немножко назад отойдите, или в бок, или назад. Вот, хилы, друиды, уйдите все отсюда. Бомба выпадет с босса, она взрывается. Отойдите от звезды. Вот эту бомбу надо бить. Милики, тоже отойдите отсюда. Милики, бьете штурмовых мобов. И подальше от звезды. Я буду стараться это. Из штурмового робота поднимите магнитное ядро. И в сумке его можно нажать. Под головой нужно находиться, и тогда голова притянется на землю. Если кто-то скиллованный и может открыть сумку на своем персонаже, подойти, где стоит звездочка, и нажать магнитное ядро,
вот тогда опустится босс, милики смогут... Шиф, у тебя эта хуйня. Да, я вот его ищу в сумке, не могу найти. Ну вот видишь, люди недостаточно скилловые. Один бакс, сука, скачайте. One bug скачайте, или багнон, или one bug, аддон, который сумку делает одной. Босс на маге на баладуре. Говно, аддон. Ничего страшного. Сейчас бомба взорвется. Все, добивайте эту хуйню. Так, а кто там? Дэн лежит. Дэн, блядь, что ты прохлаждаешься? Джок, арест и Дэна, четвертый пати лоб. Что нужен его ДПС? Все, там 80 тысяч, добивайте. И просто вишен трэш. Джока тут? Дэн, арест. Сейчас... Дэн, это какой никто у него? Четвертый пати лоб. Дензел. Дензел. Сука, ГМ нужно знать в лицо. Да я, блядь, я не запах. Вижу, я протыкиваю. Где ты лежишь-то? Да вот за боссом лежит. РДД, скачай аддон, да? Я скажу все, просто уешим все. Скачай Вуду, и там показывается стрелочка, куда бежать. Забафайте лока, каску лапу, крестобаф. Включаем печать повиновения, максимальный дамаг по боссу. По всем частям. И захил максимальный, как на второй фазе. Никого не ронять. Даю массакру вам немножко помочь. Значит, части нужно убить одновременно. Если разница больше 12 секунд, то другая часть, которая мертвая, она починится на пул хп. Поэтому одновременно это означает, нужно менять цель, выходить с красной метки, и сначала будет обстрел, нужно будет забежать за спину босса. Так, смотрим на звездочку. Все, за спину перешли, вот сюда, где ракеты. И так же ДПС спокойно. Ну вот, не видят, где звездочка, челики. Все, кто живые, идем, продолжаем. Если падаем, то сразу расходимся. Скоро будет. Скоро будет шоковый удар, милики. Выбегаем из-под босса на 15 метров. Вот, 3 хила, оказывается, у нас не хилы, а милики были. Ну ничего страшного, попробуем побить дальше. Вот как выглядит этот пускай первый раз. Давайте хильте. Мощный пусть. Подними, рука болит. Рука болит, может еще похилить немножко. Рука не болит, рука болит. Хила я гимна хп закидываю. Обстрел за спину, где звездочка. Там спина. Бьем, бьем. Хила, я хилишь соло. Мощный куст, ты поднимешь, рука болит или нет? Маленький. Он, по-моему, 10. Оббегаем, милики. Ты один велик. Ну, хорошо, бьем, попробуем. Давай, Ханкуль, кто там? Сразу тотем на ману. Выходите из красных меток. Главной части равномерно бьем. ГЦ, хилы все сдохли. Просто не отбежали, да? Я думаю, что не так. У меня БРКД, я дорезал Лока, потому что Лока никто не резал Дензела. Давайте последний трай еще дадим. Все видели примерно, чего вы сдохли на этом боссе, и вам стало стыдно, теперь вы уже так не сдохнете. Потом, когда вам будет 80 лет, зайдете на YouTube, посмотрите, как вы позорились в детстве, точнее, в юности. Надеюсь, тут детей нету. Но всё, это не точно. Все понятно, да? Когда кастуется обстрел из пушек, летит лазер. Лазер дамажит 25 тысяч за четверть секунды. То есть за секунду он наносит 100 тысяч урона. Это ваншот. Последний портал из кровообращения. Спускаемся вниз по ступенькам. Бафаемся и последний трай. Хилы. Не находитесь в мелизоне на шоковом ударе. Рейн шокового удара 15 метров от утюга. Милики, не бегайте по минам. Милики, смотрите на звезду на второй и на последней фазе. И не бегайте по минам. Ешьте, бафайтесь.
Где рыбку скинули? Конкуль, у тебя осколки есть вообще? Нету. Нету, нету. Вообще нету. Надо будет как-нибудь все собрать. Года через два такими темпами. Ну, в принципе, там люди будут одеваться с каждым КД все больше в этих гол магиках, там Т4, может больше ДПС будет, будет все проще намного. Если желание появится ходить, то будем по КД. Ну, пока я играю, на этом серии точно по КД будем ходить. Сделаю волонир, потом еще кому-то будем делать. Кому-то хорошему. Там ДКшник самолюбие лежит. Он вставать не хочет. А сейчас мы чекнем. Еще, может, без дивана что-то. А у нас кто-то, кстати, ливнул или что? У нас так и было 24. У нас было 24. Так и было. А. Вар же ушел. Как раз одного не хватило, да, набить? Да нет. Там не хватило. Одного рака. Я и забыл. Там немножко... Немножко мозгов там не хватило. Отбежать, встать... Скилла. Скилла, да, вот этой всей хуйни. Главное, чтобы хилы немножко ДД дожили. Хотя бы, чтобы не 20 человек падало, хотя бы, не знаю, 5 упадало. РДД, короче, когда стреляет, вы за спиной, когда не стреляет, вы от босса. А, ну, еще, РДДшники, для вас могу пояснить, если кто первый раз, чтобы не понимали. Вот звездочка вам показывает направление, вот, допустим, босс туловище стреляет сюда, в сторону звезды, да? А, идет обстрел по часовой стрелке постоянно, то есть... По часовой, это получается, босс смотрит на звезду и идет обстрел вот сюда, как звезда показывает. И проходит он примерно треть. Так вот это есть, вот эта хуйня. Что вот если вы, например, звездочка показывает, вы стоите вот так, как звезда в РДД, и на вас смотрите, руки эти смотрят, да? Чтобы спастись, у вас там блинков нет или что, вы можете просто против часовой побежать. Против часовой это вот сюда. И тогда, когда начнется обстрел, он начнется там. И вы можете уже продолжать бить босса просто. Обстрел будет спокойно вот здесь дамажить. Но для таких классов, как Локи, маги, ханты, вообще здесь сдохнуть нельзя. Ну, типа, это... Так, а я просто хотел спросить то, что я бошку сагрил на фазе головы. А потом, когда началась последняя фаза, а голова все равно по мне стреляла. И по мне не прохилили. По 13 когда убили. А, даю проверку. Власти, обмен, кинь. Да сейчас я постараюсь забрать на последней фазе уже голову. Пожалуйста, отбегите, когда надо. Так, все готовы. Последний трай. Запускаю босса. Подходите все. Он ливнул один еще. Да, он охнутый. Черт на него. Босс врага. Если делать. Так, смотрим мины. Так, это я взрываю. Миники, готовимся. Шоковый 5 секунд. Беги, малыш, так, 50 на 50 отдал, отбежали медики. Под бомбам не бегайте. Ставлю обратно. Дебафы захиливаем, что сейчас сдохнут они. Захильте хилы. У вас 5 штук. Шоковые секунды, милики, готовимся отбегать. Беги, малышка, беги! Все, отходим с центра. Вторая фаза сейчас будет самая напряженная по хилу. Очень-очень сильно хильте, прям ничего не жалейте. Готовьтесь там, заранее раскидывайте щитки по рейду. Частицу на себя перекинь, рука болит. Сейчас мне частица не нужна. И оверхиль. Приоритет и магов, локов, фантов, кого меньше хп и хилов.
Геру не будем давать, будем так бить. Геру на последний дадим. Давайте full DPS по этой хуйне. И максимальный захил. Прям поднимайте людей. Хелим прям всю ману сливаем, трать сильно прям. Красные метки на полу. Там миллион дамага наносится, из них надо будет выходить. Красная метка, вышли хилы. Вышли быстрее. Захиливаем. Дал массаку, захиливаем. Пистик, ласти поднимаем. Быстрее захиливаем людей. Стараемся. И цепухи, все просто по КД цепухи. За спину забежали, где красные ракеты висят. Быстрее. Беги. Хилим. Хила есть на ХПГ? Ну если есть, можешь сдать. Там под ситуацию. И отходим назад. Ой, сильно. Захиливаем еще. Ласти, глыбу прожми, тебе сложно хилить. Глыбу просто сдай. Маги, сдайте. Давай. Маги, сдайте глыбу все, чтобы вас подняли. Все, сейчас 400 тысяч добьем уже. Потерпите. Значит, статем ставьте на ману. Легеньте ману сейчас, фазы головы. Все, на фул захиливаемся. Звездочка идет в 3D звездочку, весь рейд идет сюда, в 3D звездочку. Татем и всю хуйню обновляем быстрее, на фул захиливаемся. Ханты на пул по КД на звездочку вертолет. Звезда стоит здесь, милики со мной не стоите. Бомба падает и это он еще взрывает. Ну бьет я вещи тебя назить. С магнитным ведром то же самое, там кто-то полутайте. Так, на пул пошел, вертолет на меня напуливайте по КД. Ой, я бомбу проебал, надо еще захиливать здесь. Так, буду тонкий ПКД. Вот большой моб. Милики, на себя его берите, бейте. Так, бомба. Сука. Кинул магнитным. Все, милики подошли, бьем. Фулл дамаг. Милики подошли. Голову бьем. 15 секунд. Все, последняя фаза. Максимальная АОЕ. Не точечно, АОЕ. И меняем цели. Все, штурмового выводите отсюда. Сейчас может еще бомба одна выпадет. Так. Кинул магнит. Все, не надо уже. Все, расстановочка. Встаем, ману резаем, все. Инеры раздаем. Значит, этот, ну, мощный дай по хилае. Ну и Джока там по кому-то дай. Тоже по хилае закинь. Щитки на весь рейд накидываем. Все, давайте, приготовили. Сейчас активируется этот петух, и мы дадим Геру. И максимальный АОЕ дамаг. Первый будет обстрел. Давайте, приготовились. Фулл дамаг, Гера. Геру быстрее. И фулл ДПС. Значит, будут мины. Велики смотрим, когда будете выбегать от шокова, смотрим на мину. И обстрел, на обстреле в звездочку встаем. Так, голову надо стонтить. Стонтил голову. Все нормально. Мины есть, ждем обстрел. 3 секунды, из красных меток вышли. Из красных меток быстрее. Готовимся обстрел, смотрим на туловище. Внимание. 2 секунды обстрел. Готовимся забежать в звездочку милики и дамажить. Дал массакру на рейд. Встаем за спину в звездочку. Быстрее, вот где ракеты висят, сюда. Это баг анимации, просто стоим в звезде. Это баг анимации. Стоим в звезде. Все, все, кто живые, меняем цели почаще. Милики, скоро будет шоковый удар. Нужно будет выбежать из-под босса. Голова и низ. Все части одновременно бейте, как тех двух мобов. Красные метки вышли. Обстрел, шоковый вышли, милики. Все, подбегаем, бьем. Ну, блять, что, сука? Нубы какие-то или что, ну пиздец. Все, все, кто остались живые, добиваем этого пидора. По голове меньше, видите? Судно, да, в судно 2% осталось. 400 тысяч низ, 400 тысяч туловища. Переключайте цели свои. Не убейте голову раньше, она за 12 секунд. 1% голова, все, голова у нее. 100 тысяч туловища и 140 тысяч низ.
Так, низ быстрее. 80-50 тысяч, сейчас починится что-то, сука. Все. Все, на следующей неделе узнаем, что... Фрилуд стоит. Узнаем, как... А, вы боялись. Надеюсь, никто ничего не успел спиздить. Так, блок щитом, наверное, есть на перчатках, да? Я не помню, надо посмотреть будет, проверить. Перчатки вот такие на ДК надо кому-то? А что за перчи, если на мага? А если на робу? 2-6 сет. 200-26 сет. Портал поставил. Да. Как за ОДГ, грути этот. Я его так на ханта хотел, и 4 токена упало, ни одного на ханта. Так, Рикара закинул, и кистевое осталось. С мастерством, с критом, на эхов, наверное, на каких-то. Так, а второе? Второе напало. Тебе надо? Ну, я бы не отказался. Давай я тебе дам. Так, чифу закидываю эту хуйню. Я вообще бомжара тоже. Ну да. Так, где ты? Так, давай разролим и все по-честному, чтобы что-то. Да я не помню, есть там блок. Сейчас я посмотрю в этом, в атласлуте. Так, комплекты. Т8. Паладин защита. Так, Т8. Перчатки. Мимирон. Да, блок есть. Ну давай, кидай ролл. Ты кидал? Да. Кинул? Все, кинул. 45. Так, ну Арти, все. Тебе нахуй, а это вот просто так. Вот что-то пароль. Все, на этом все. Ну, на следующем КД, там посмотрим. В четверг после суток. Я, короче, дал ранее. Спишемся в DC, когда поставить, лучше, когда удобнее, там, чтобы другим РТ не мешать. И пойдем, побольше боссов, может, захватим. Все, всем спасибо.